матч начался, и начался он с атак Локомотива Кубани. И вот символично, что на площадке сейчас Емченко, человек, который в прошлом году в Красноярске показал, все работает, что можно играть друг на друга, что можно доверять партнеру, как вот и здесь мы видим, здесь по периметру двигается мяч, и Алексей Степанович. И подбор остается за Енисеем. Балашов. Да, те самые очки, победное попадание, которое мы сегодня будем не раз и не два вспоминать. Ну, такое, да? А ну да, скорее достаточно рабочее. Это не какой-то хайлайт, но... Но второе, вот как раз второй матч тебя уже накрывает вот эта самая акклиматизация. И здесь уже надо, конечно, перестраиваться. И хорошая вот двоечка. Так вот сработало. Уже на третий раз вот эта связка сработала. Попробовал Емченко с Мартюком, потом Миллер. И здесь вот преимуществом тот, кто играет проще. И вот эта вот связка двух сильных, высоких игроков. Емченко и Мартюк принесли результат. И вот тоже простота. Залог хорошего результата. Балашов хочешь набрать два очка? И преимущество, да, если ты выше, ты можешь поднять руки. И вот, кстати, одно из владений не успел вынести мяч вверх, Сергей Балашов, его перехватили. Виктор Сандерс, Сандерс отличается. Он в этой атаке не полковник Сандерс, он настоящий генерал. Настоящий генерал. Никого из партнеров не стал замечать и понял, что сейчас я брошу три и попаду. И он сделал это. Сразу быстрый ответ от Локомотива. И Миллер — лучший игрок сезона последних трех чемпионатов единой лиги ВТБ. И тут, да, вопрос, а кто же следующий из Локомотивов будет лучшим игроком сезона во всей лиге? Но здесь пока Балашов. Попробуйте его остановить. Не дождался партнеров. И здесь уже УЗИ. Три в ответ. Да. И какой путбэк добавил нам сейчас Би-Джей Джонсон. Он, конечно, летчик в этом составе. Даже не с первой попытки, это со второй. Локо-лидер и по перехватам, и по подборам в лиге ВТБ. Поэтому наказывают за любую ошибку. Есть бросок у Владислава Одинокова, и он это показывает. Интересно, насколько принципиально, да, сегодня матч у Герасимова. Предыдущий против Зенита он провел, ну, не так ярко, может быть, тоже. О-о-о! А вот кто сегодня ярко зашел в Красноярск, как домой, подожди-ка. Если каждый взял подругу. В общем, да, Елатонцев уроженец Красноярска, мы про это говорили. И здесь Алекса Степанович, да, не отсчитал, удивительно, но забивает этот мяч. 1,2. Сандерс не стал разыгрывать внутрь и выбрал вот такой вариант. Почему бы нет? Если не получается в лоб, то давайте через заднюю дверь зайдем, свои очки наберем. Латонцев, Мартюком и Уэйли тем же, кто сказал, что лидер по блокшотам, один из лидеров. Миллер, он на острие, и он забивает трехочковый в этом сезоне. Делает это намного лучше, чем на всех уровнях, во всех возрастах. Показывал, что это отличный игрок по защите собственного кольца. Зимы! Не только в защите он большой специалист, если нужно. Наверху, но отдают партнеру мяч. Герасимов, сейчас быстрая атака. Посмотрим, как ее завершит. Вот они, первые очки Ведищевых в этом матче. Может, такой, как Кирилл Елатонцев. Ты его быстрее, как минимум, на ногах. Но сейчас вот пришла смена. Вот она снова. И да, Герасимов пользуется шансом, что мы... Заслон получен от Ведищева. Проходит сам. Скидка на Уэйли. Ближняя душка. Подбор остается за Лока. И попытка номер два. В этот раз уже Кливленд с той же самой позиции. Он может принимать здесь решение. Прямо наверху заигрывать партнеров. Сейчас он снова получает мяч обратно. Дуга свободна. Уэйли уже сегодня забивал из-за дуги. И снова делает. Видим, что в обороне прихватывают практически сразу уже в центре площадки. Тимофей Герасимов сам решает. Кольцо, как смело это сделано. И вот она, поддержка. Стягиваются под него двое. И один Емченко на шаге здорово на противоходе. Ой-ой-ой, а вот еще, да, Сергей Долинин просто передал привет всем. И вообще есть история про то, что вместе с Кириллом Елатонцевым он в одной из спортивных школ играл. И вот сейчас блокшот, наверное, один из самых ярких моментов. Ну и попробуйте вот это остановить одной рукой. Сандерс вновь сравнивает счет уже в который раз в этой игре. И 5 минут остается у нас в первой половине этого матча. Миллер и Видище вот было. Балашов забивал без такого контакта. То есть сейчас... действительно, как вот такая бетономешалка в трехсекундной зоне. И вот Кливленд даже здесь, наверное, привык, что его больше заигрывают. В предыдущих командах он играл много и постоянно находился с мячом. Но вот здесь ее Сарсич акценты по-другому расстал. Какая передача! Балашова еще двумя очками. Енисей впереди. 35-33. Кто бы мог подумать? И тут же, да, ответ Лока. Вот в первой четверти. И нам показывают, кто сейчас на паркете. Здесь как здорово показал
Это обманочку Одиноков и пытаются разбежаться. Биджей Джонсон открылся, ушел от Герасимова. Скидка на Мартюка и дальние два. Ответ закономерен. Очень ждали, конечно, Миллера в розыгрыше мяча Узинский продемонстрировал. Здесь Мартюк из-под кольца не точен и разгоняет уже свою атаку. Енисей, Евростеп, и какой блокшот! Весной и очень опасный Лока в быстром нападении. А Миллер, да. Все-таки точен он. В первой четверти и в первой половине мы много видели этих дуэлей. У Мартюка быстрее руки. Просто в этом эпизоде он выбивает мяч. И сейчас попробует завершить сверху. О-о-о, Андрей Мартюк. Где же фол? Показал нам своим телом Балашов. Но нет. Одна быстрая атака сменяет другую. Здесь уже Биджей Джонсон. Вконтакте он такие броски забивает. Без нарушения правил. И сухое волевое решение тренера. Да, не меняют и его. И Сендерс идет искать свое счастье. И красиво отвечает Биджею Джонсону. Полплощадки у Сергея Долинина есть, чтобы обыграть Кирилла Тимирова. И вот он, блокшот. Вот так Азия Уэйли становится лидером по блокшотам в Лиге ВТБ. Очень эффектный момент. Тимиров не стал бросать, пошел под кольцо и оказал... Кирилла Тимирова. И вот он, блокшот. Вот так Азия Уэйли становится лидером по блокшотам в Лиге ВТБ. Очень эффектный момент. Тимиров не стал бросать, пошел под кольцо и оказался прав в этой ситуации. Два очка. Дорогого стоит. Долинин обозначил... О, какой перехват! А что сейчас будет? Нет, нет, экономит силы. Ждем мать с большой буквы. Разноплановый очень игрок. Полезен на обеих сторонах площадки. Сендер сейчас оттолкнул Тимирова. В рамках правил остался один. И спокойненько реализовал трешку в лоб, как говорится. Да, в другую сторону, в третью. И высмотрел эту передачу. Отличный пас от паркета. Елатонцев благодарен. Баскетбол очень простая игра. Вовремя оказался там Сергей Долинин. Обновил счетчик Енисея на 14. И танцуют. Танцует Видищев. Подвешивает флоутер. Да, и точно в кольцо. Который тоже оценил все таланты своего сына. Локомотив. 40 секунд до конца третьей четверти. Блокшотище. Видящего. Ну, по всем законам логики, та атака Енисея должна была закончиться набранными очками, но не случилось. И здесь шанс для Локомотива. С мясом. Третье замечание для Балашова. Стоит быть поаккуратней. Здесь не сфалил, но позволил Антониусу Кливленду мяч. Ну вот, когда пересмотрел хайлайты Коби Брайанта. И вот здесь Уэйли. Красавчик Уэйли взлетает. И вновь против Тимирова. На данном отрезке у нас вот такая дуэль. Здесь передачи нашел Алексу. И блокшот, блокшот номер два. Блокшот от Уэйли. Сколько хайлайтов он дарит за такой. Попытка номер два от Михаила Ведищева. В этот раз не на Кливленда, а на Елатонцева. Есть заслон, есть падение от Елатонцева. Так бы, может быть, ему проследовала передача. Но и Тимирову тоже адресат получился. Но, судя говоря, что все, мяч уже вроде как ушел. Поэтому мяч у Енисея. Дальше мы уже не смотрели. Здесь дальняя попытка. И точен Владислав Одиноков из-за дуги. Поделился мячом с Ведищевым. Какая передача. И Тимирова блокируют. Степанович это делает. Все, закончилось время на атаку. И есть шанс слишком уж далеко упустить своего соперника. Герасимов стянул на себя двоих. Нашел Долинина интересной передачей. Сергей Енисея попадает. Все свои броски еще и в защите помогает. А здесь перехват. Дорабатывает Долинин. И сейчас может Близнюку помочь. Да, набрать первые очки в этом матче. 58-62. И мы видим... Да, и Кливленд помогает. Тот игрок, с которым они могли пересекаться на тренировках Лока в прошлом сезоне. Играли друг против друга. Кливленд здесь своим атлетизмом вот доносит мяч, снова экономит силы, но продолжает заигрывать партнеров. Вот этот релиз Владислава Одинокова может, конечно, принести на каком-то моменте результат. Но здесь Кливленд все-таки снова в быстром отрыве. И Локомотив вновь на восьмерочку-то оторвался. Герасимов. И снова Одиноков. Точно! Опять же, вот попал! Раз через раз. Мы немного предсказываем будущее, но когда у тебя такой высокий релиз при росте более... Да, пропускает его Мартюк. Без замен приходится играть. И то и Латонцев, то Мартюк. То где-то и Уэйли. Встают. Вот и это, да. Добавление от Долинина. Герасимов. Очень быстрый вот мяча. Совершенно один. Забыли Сендерса. И три. Точно. Разница. Два очка.
Сэндерс, какое важное попадание сейчас. Кливленд в ответ. Кливленд, именно он лучший в этом матче по очкам. 18 у него. И здесь Тимиров нашел Миллера. Миллер никого не боится. Идет под Долинина. Баскетбол, игра очень быстрая. 31 секунда до конца, когда у тебя мяч, когда ты пробиваешь штрафные. Но тут надо забивать, конечно. Это правда. Всего 3 набранных очка. Такая необычная статистика. Вот она как раз на наших экранах. Не идет у него попадания, не идут попадания с игры. Но вот сейчас хоть нащупал немножко себя. Один в поле невольно остался Мартюк там. Быстрее нужно эту атаку совершать. И попытка издали не попадает. Зато подбор за Степановичем. Сбивает Тимиров мяч. Исходить. Причем Степанович и сам может подобрать. И Долинин с Балашовым здесь рядышком. Ну давай еще один момент. Кто рано не заступил. Я думаю, что Степанович будет точно мазать. Он это делает, подбирает мяч вроде бы Долинин. И Латонцев ключевой подбор в этом матче выбрасывает мяч куда подальше и радует вот этих болельщиков. Вторая к ряду победа Локомотива.